Ну, если честно, на мне это никак не сказалось, потому что я считаю, что как бы без разницы, на какой земле бороться и на каком ковре. Ну, это лично мое мнение. Я просто выходила побороться. Определенный прям сильный такой, знаете, как бы желание там выиграть, победа такой не было, потому что у меня очень большой перерыв был, я год отдыхала, и, можно сказать, заново изучаю соперников, потому что, ну, год это слишком много, и, можно сказать, все начинаю с нуля. Мы встречались, это наша пятая встреча. Последний раз на Олимпиаде в первом кругу я ей уступила. В Алмате на чемпионате Азии мы встречались. Ну, это борьба, это женская борьба. Она непредсказуема. Сегодня ты выигрываешь, завтра ты проигрываешь. Ну, как бы здесь, ну, это, мне нету слов просто описать это, потому что, еще раз повторяю, это женская борьба, и она непредсказуема. У меня нету пока планов. Я, честно говоря, я не знаю, буду ли я отбираться дальше. Я не могу насчет будущего вам сейчас конкретно что-то говорить. Я не знаю насчет азиатских, я не знаю насчет мира. Я не буду врать, я пока не знаю. Вот, как-то вот так.